Папа нас встречает. О, иди грибы собирай, Катя. Два маленьких подберёт. Бегу, бегу. Бегу, папа, бегу. Привет. Аккуратнейшая, раз. Привет, привет. Привет. Смотри, раз, два. А что это за грибы, пап? Это свинушка, а вот маленький. Маленький, самый крутой. Такие хорошенькие. Так, Сереж, в лес можно не ходить. Это с днем рождения! Ой, Господи, чтоб все были здоровы. Спасибо, спасибо. И богаты, папа. Да, вот пап, ты на грибы-то не наступи. Да. А я опять из коридора их увидел. Ну, кто-то к нам бросил чего-то. Да? Ой, как хорошо доехали. Я на даче. Сейчас пойду смотреть владение. Нормально, шашлык успеваем сделать, Сережа говорит. Ну и овощи на гриль тоже. Так все распустилось. Последний раз была я, когда в мае, да? На клубнику я не успела. Так, с этого стороны соседей нет. О, боже, какие у него плантации. Малины. Вы представляете? Да она одна так копает. Приносит и из леса что-то. Малины у нее всегда много. Фаина Васильевна. А, нет, нет. Не заметила, есть немножечко. Картошечка. Иду, пап. Да. Розовая смородина. Ну, я так сейчас по-быстрому. Конечно, я потом все покажу. Я, конечно, смородину не очень. Ну, попробую. Ой, а кислая, пап. Смородина. Да созрела, конечно. Нет, нормальная. Смородина такая должна быть. Да? Это просто я ее не люблю. Мой золотой. Но грибы... Ой, какая же красота. Пока ехали, Яндекс писал, ожидается в течение 2 часов сильный дождь. Ну, надеемся, сейчас успеем. Иду вашу красоту снимать. Начинается. Все, всем здрасте. Ничего не... Все, здравствуйте. Все соскучились. Все соскучились. Ты вообще в этом году нас бросила. Как бросила? Здравствуйте. Пойдем покажу мой новый цветочек. Пойдемте. Анимона называется. Вы в курсе, что у нас около ворот грибы большие растут? Это кто у нас? Это кто? Это у нас сосед Кирилл. Ворошиловский стрелок. Рекомендую. Очень приятно, Катя. Приходит стрелять тут с дядей Юрой. О, боже, что у тебя? Где? Ворошиловский стрелок. По банкам стреляешь, да? Вон банк висит. Давайте покажу. У меня 2-й разряд, кстати, по стрельбе. Да. Я молчу. А почему ты спрашиваешь тогда, что это? А я не видела. В курсе. Немножко косил. О, да? Вот такой звук? Да. У нас сегодня... Слушай, сейчас это, просто я хочу посмотреть это, я такого не видела. А кто тебе, говоришь, подарил? Мне не подарили, я пользуюсь, прихожу иногда. А, это... Ну, это дядя Юра. А, все, тогда поняла, если дядя Юр, тогда понятно. Муравьи не надо. Что это? Это будет икра. Вот сейчас кабачки мы делаем, видишь? Икра кабачковая будет. Ну, что там за цветы? Ну вот, только не закрываются, прямо в 5 часов уже закрываются. Вот, смотри, зовут их... Почти глазунья, лазанья. Но они такие красавцы, вот такие. Вы вот, их вот. Покупали, рассаду или как? Да, я покупала рассаду, потому что самой мне не вырастить. Вот, смотри, они разные, все разные. А вот там у меня эти, узнаешь, да? Ничего, вы же знаете, как я могу узнать. Как, господи, не георгины же, а как их? Ну, в этом же духе. Этот вот другой немножко. По всей дорожке. Хоста.
сними. Иди-ка сними. Теперь что? А это ведь мамина маленькая кухонька была. Что, Сережа, ты все разобрал? Сделал стол. Какой старенький. Так, что он тут у нас сделал? Я хотя в этом не разбираюсь, но тут был бардак. Вообще, я собиралась, вот это вот все висело у меня на балконе, я собиралась выкинуть, но... Сережа говорит, ну, пускай на даче будет. Само собой. Ну, здесь семья, лопатки, лопатка, да. Ну, огонь сейчас есть. Так. А что вода приедет? Мама, а где еще помидоры? Нагрет, помидоры. Вот это наши огурчики. Так, это я помыла для гриля. О, и вот это обязательно. Красотища такая. Время уже практически без 27. Вот мы торопимся до дождя, чтобы успеть. Просмотрела я, вот брат дарил родителям на золотую свадьбу хлебопечка. Ну, это мы завтра с ним хлебушек сделаем, все покажем. Ну, удобно. Кухня, хорошо, 35 метров, да, пап? Это вот удобно, когда стол поставить. Первый раз так вот мы стол поставили. Да, да, удобно. Да. Ой, сегодня хотела эти персики взять. Отлично. Все в сборе. Масляную ты эту, масляную еще. Так. Масляную. Так, эта рыбка есть. Ничего ты. Да, ювелирная работа, молодец. Так. Не кричи. Папа в армии служил, он знает, как на 20 человек. Какой 20? Можно одну банку. Рота 40 человек танковая. 10 танков по 4 человека. Вот попробуй сделать так, чтобы все было ровно. Или как ты говорил, маленьким. Ровно, ровно. Инфаркт миокарда, да. Инфаркт миокарда. Миокарды. Миокарды, правильно, да. Вообще, конечно, Меньшов класс. Хотя где-то сделал, а вон там. Все, это какой? Много не надо. Это просто свекла с яблочком. А там чеснок есть, мам? Да. Свекла, яблочко. Да. Несу. Держи. Я только был, папа. Тебе принести овощи, Сереж? Да. Ага. Прямо. Ничего, шампуры принесу. Давай, положи аккуратно, папа. Погодка. Солнышко садится так красиво. В парник там, еще не заглядывала. Там запад, Катя. Очень хорошо. Ах, вот что я еще. У нас такой крыжовник. Крупный. Розовый. Ну-ка. Ой, вкусняшка какая. Боже, какой крупный. Такой суперским. Вы знаете, такая погода. Дождя нет, но так вот парит. Прям вот как будто Таиланд с Шри-Ланком. Прям вот весь лоб мокрый. Капусточка. Ну ладно.
по-быстрому загляну. А так завтра и сниму. Ой, что я вижу. А это вот я сажала такие длинные огурцы. Смотрите, какие они длинные. Ой, мама. Ой. Не ожидала. А чего это никто не снимает? Столько огурцов висит. Больше. Ой, какие большие. Сколько он будет, Сереж, по времени разжигаться? Сейчас через минут 5-10 поставим уже овощи. Овощи ровно 15 минут. Mm. Прям вот четко. Вот как вот, что неудивительно, ровно через 15 минут они готовы. 10 мало, 15. Если огромный овощ, то 20. На это же блюдо их накидаем. Нам нужен был... А, вот этот... Размер. Подожди, был такой хороший тент, и так разорвало его? Даже продавец говорил, максимум 2 года. Максимум 2 года? А, все, мама говорит, ураганы прошли здесь. Давай, 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 давай. А, не хочу пока босиком ходить. Посмотрю. Смотри, перевернешь эту скамейку, можете на край. Отстаньте от меня. На край тела. Я с Забадовского на ней выходила. Да, да. Где еще с ним? Свободовская. Да, а выходила, тело, когда говорит, замуж. Пели, вот здесь, чего, пап? Таких... Какая еще Люся? Кать. Что, пап? У нас Люся красивая. Машину ты так называешь, Люся? Да. Терпеть не могу этого. Название, клички, имена машинам давать. Случайно получилось. Все, не отвертишься. Ассоциация какая-то. Нет, не ассоциация. Фу, Сережа. Покажи, это как называется, нож? Нож. Ну, покажи нож поближе. Я же не вижу, чем ты сейчас будешь нож резать. Свинорез. Начинается. Ну, это ладно, да. Неудобно держишь, Сереж. Неудобно держу, да. Она еще промасленная. А ты давай подбрось ее и это. Ну, смотри. Все, все, я поняла, очень острая. Неудобно держать, она еще мятая. Она не показывает видео. Ой, так, конечно, не покажу. Дай посмотреть нож-то. Аккуратнее, он очень острый. А где ты его взял? Тяжелый какой. Ну, за грибами ходим. Нет, ну какой-то... Отнимать, причем, а не собирать. Мы с грибами ходим отнимать грибы. Грибнички выходят как раз к вечеру. Это как в анекдоте. Люблю с ружьишком за грибами сходить. Ну и юморок у вас. Мы еще выбираем. Если белых нет в корзинке, мы не трогаем его. Он на ней рубьет. Удобно браться. Нет, чешуйки еще без. Лови. Ой, какой запах. Аромат. Знаешь чем? Именно баклажан. Горячий. Красивый. Помидор уронил. Помидор уронил? Не верит. Давай, давай. Чем? Горячий. Как раз поджарится. Сереж, возьми шампур, достань помидор. Кать, ну давай, бери там. Давай. Гланды по самой колитке. Я говорил, отрезайте. Дубль 2, ну еще что-нибудь. Знаешь, как была опера? Что уже? Кац предлагает сдаться. Кац предлагает сдаться. Кац предлагает сдаться. А что предлагает Кац? Кац предлагает сдаться. Вроде еще даже не начали отвечать.
Ну, нам всегда весело. Ой, сразу аромат пошел, Сереж, сразу. Там все хорошо. Ау. Вот посмотри, вон булыга лежит. Почистили овощи, которые вот на углях сделали. Ну, Сережа придет сам и сделает, как ему нужно. Сколько по времени он был? 13 минут, но мясо, понимаешь, пустое, без этого. Посмотри. Он готов абсолютно точно. Точно? Чуть не ну, это в маринаде был. Ну, да. Сейчас вот этот жирный. Жирный? Ну, здесь уже есть потолщик. Какой же аромат? Да, вот он здесь. Угу. Смотри, готов. Да я люблю сейчас такой. Вот давай. Ну, этот сам по себе структура такая. Вот, вот здесь сейчас посмотрим. Ну, вот он чистый. Просто сейчас пропустим 2-3 минуты, он будет как... Не, нормально такой. Давай. Такое мясо очень просто. Это такое уберу, высушить, чуть-чуть пропустишь и все. Как, ну что, на тарелку что ли выкладывается? Я не пойму. Конечно. Наша картошка с грибами из леса. Такой салат. Два соуса. Шашлык. Ну все, нам приятного аппетита и хорошего вечера. Вам тоже. До следующего видео. Пока.